أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تهوهام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хаяку Аллах джамиан. Всевышний Аллах говорит: «Воистину, мы сотворили человека из эссенции глины. Аллах сотворил нас в этой жизни. Аллах создал нас и дал нам эту жизнь. Каждый из нас пройдет через какой-то жизненный опыт, через разные ситуации и события. Что же будет после всего этого? Что произойдет?» В конце этих аятов Аллах сказал: «После этого вы непременно, то есть после этой жизни, умрете». Ты умрешь. Придет. Наступит тот момент, когда ты умрешь и покинешь эту дунью. Всевышний Аллах говорит: каждая душа вкусит смерть. Каждый вкусит смерть. Он примет ее, как какое-то питье. И когда ты вкусишь ее и выпьешь, ты умрешь. Никто не сможет избежать смерти. Никто не сможет отложить смерть даже на минуту или на секунду. Чтобы подготовиться, сделать какое-то благое дело, хоть что-нибудь. Нет. Как сказал Аллах, для каждой общины есть свой срок. Твой срок уже предписан. Ты можешь умереть в любую минуту, в любую секунду, в любой день или в любой год. Все записано. Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, то есть когда этот срок приходит, они не могут отдалить его или приблизить даже на час. Ты не сможешь ни отдалить его, ни приблизить никогда. Записано даже то, где именно ты умрешь. И ты, в принципе, не сможешь сбежать от смерти и от места, где ты должен умереть. Всевышний Аллах говорит: смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, куда бы ты ни пошел. Смерть тебя настигнет, как сказал Аллах, даже если вы будете в возведенных башнях, даже если вы будете в крепостях, или вокруг тебя врачи или армия, в каком бы положении ты бы ни был, где бы ты бы ни был, смерть придет к тебе. Смерть настигнет тебя, ты не сбежишь от смерти и не сможешь ее предотвратить. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который привел от Тирмизи: если Аллах предопределил рабу умереть на какой-то земле, он сделает так, чтобы человеку нужно было туда пойти. Ты можешь сам поехать на ту землю и то место, которое далеко от тебя. И, возможно, до этого ты ни разу туда не ездил. И когда ты туда попадешь, Аллах заберет твою душу, и ты умрешь. Именно там. Так, что человек не знает, где умрет. Смерть наступает внезапно. Ты не знаешь, когда это будет. На какой земле ты умрешь? И также ты никогда от нее не убежишь. Всевышний Аллах говорит нашему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, лучшему из людей: никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. То есть никто до тебя не жил вечно, о Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? То есть, если я скажу, что ты умрешь, после тебя люди будут жить вечно? Конечно же нет. Поэтому Всевышний Аллах говорит: воистину ты, то есть Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, смертен. Ты умрешь, и они смертны. Мы, все мы, умрем. Это истина. Все мы умрем. Всевышний Аллах говорит: все на ней, то есть на земле, смертны. Люди прекратят свое существование. Сходи на рынок. В место, где много людей, тысячи людей идут. Ты слышишь их голоса, видишь их движения, как они ходят, как они общаются друг с другом. Все на земле смертны. Все эти люди, которых ты видишь, умрут. Они покинут эту дунью. Кто же останется? Представь, все люди умрут. Вечен лишь лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием. Останется Всевышний Аллах. Всякая вещь, то есть абсолютно все, погибнет, кроме его лика, кроме Всевышнего Аллаха. Он принимает решение, и к нему вы будете возвращены.
وروح في الجحيم لها مقام. В каком положении ты окажешься, когда к тебе придет смерть? У смерти есть агония. Всевышний Аллах сказал «явится». То есть это то, что произойдет, это случится. Смертельная агония явится с истиной. Все это действительно, истинно случится. Это произойдет. Смертельная агония очень сильна. Она почти лишает разума. Вот то, чего ты избегал. От этого ты бежал. Мы бежим от смерти, мы не хотим ее. Но этот день все равно наступит. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, самый благородный из тех, кто ступал по этой земле, также испытал предсмертную агонию. Ат-Тирмизи передал, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я видела посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он был при смерти. И он был лучшим из тех, кто когда-либо ступал по этой земле. У нее в руках был сосуд с водой. Он опускал в него свою руку, а затем обтирал этой водой свое лицо, а потом говорил: «О Аллах, помоги мне справиться со смертельной агонией». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, делал Аллаху дуа, чтобы он дал ему терпение во время смертельной агонии. Все мы пройдем через эти мгновения. Каждый будет претерпевать эти моменты. Всевышний Аллах говорит: «А когда…» Прочувствуй эти аяты. А когда душа подступает к горлу, то есть когда душа уже достигла горла, и вы смотрите на умирающего, то есть те, кто вокруг умирающего, его семья, его друзья, любимые ему люди, они смотрят на него. Представь себя в этой ситуации. Представь, что тогда будет. Это не просто фантазия. Представь, что это действительно случится. Придет такой день, когда вокруг тебя соберется твоя семья, твоя мать, твой отец, твоя жена, твои сыновья, твои дочери. Все они собрались. Твоя душа достигла горла. Все. Сейчас ты покинешь этот мир. Когда они смотрят на тебя, но ничего не могут сделать. А когда душа подступает к горлу, и вы смотрите на умирающего, мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого. Всевышний Аллах со своими ангелами и по своей мощи, причист он и возвышен, ближе к этому мужчине, который умирает, или к этой умирающей женщине, чем присутствующие. Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние, не вернете ее, если вы говорите правду? Если вы действительно не верите в воскрешение, верните эту душу, если можете, Всевышний Аллах говорит. Но нет, когда душа достигнет ключицы, то есть когда душа достигнет ключицы, ключица — это кость из пояса верхней конечности, плечевого пояса. Но нет, когда душа достигнет ключицы, будет сказано: кто же прочтет заклинание? Люди будут спрашивать, кто прочтет на него рукью, заклинание? Кто его вылечит? Кто избавит его от смерти? Конечно, твоя семья будет искать кого-нибудь, кто бы предотвратил твою смерть. Но что? Все. Никто не поможет тебе в эти мгновения. Почувствуй, что эти мгновения наступают. Представь, что находишься среди семьи и любимых тебе людей. Они смотрят на тебя, а твоя душа покидает тело. И ты покидаешь эту дунью. وروح في الجحيم لها مقام يوم الحشر. Вопрос: сколько раз в этой дунии ты сказал «Ля иляха илляллах»? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не говорил, что тот, кто при жизни будет много раз говорить «Ля иляха илляллах», зайдет в рай. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сосредоточился на кончине человека, на последних словах, которые ты скажешь в этой дунии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который привел Абу Дауд: «Тот, чьими последними словами будут «Ля иляха илляллах», зайдет в рай». О Аллах! Окажешься ли ты одним из них или нет? Многие люди, хвала Аллаху, обрели такую кончину. Для многих людей последними их словами в этой дунии стали «Ля иляха илляллах». Аллах сказал: «Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни». Твердое слово — это слово единобожие. В мирской жизни, то есть при смерти. Всевышний Аллах поддерживает их тем, что они говорят «Ля иляха илляллах». Какой-то человек может много говорить «Ля иляха илляллах» в течение своей жизни, в середине своей жизни или в ее начале. Но кого Всевышний Аллах поддержит при смерти, чтобы он сказал «Ля иляха илляллах»? Это будут искренние, правдивые с Аллахом люди. Будь искренен со своим Господом, истинно поклоняйся Всевышнему Аллаху, и в тот момент Аллах укрепит тебя и поддержит, окажет тебе настоящую поддержку, чтобы ты сказал «Ля иляха илляллах» в конце своей жизни и попал в рай. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И послушай этот хадис о благой кончине. Клянусь Аллахом,
Любой из вас может совершать деяние обитателя огня, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя. То есть до ада ему останется очень мало, и тогда сбудется записанное ему на роду, и станет он совершать дела обитателей рая и зайдет в него. Этот хадис находится в Сахихе Аль-Бухари, то есть какой-то человек может быть далек от Всевышнего Аллаха из-за каких-то определенных обстоятельств. Но из-за правдивости в сердце и истинного желания покориться Всевышнему Аллаху, он начнет искать истинный путь. Он принимает ислам, он кается и возвращается к Всевышнему Аллаху в последние мгновения. Затем Аллах вводит его в рай, Аллаху Акбар. Это и есть честность, это настоящее желание покориться Аллаху. Каждый должен проверять свои намерения, проверять свою душу, чтобы его жизнь имела благой конец. Послушай эту историю, которая произошла с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Этот хадис приводит от Тирмизи. Абдулла ибн Аббас рассказывает: «Мы были с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, в пути. Это было в день Арафата, и пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел человека, который упал. Упал со своего верблюда и сломал шею. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И тот человек находился в состоянии ихрама». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Омойте его водой с сидром, юббой, заверните тело в две его одежды и не покрывайте ему голову», то есть не закрывайте его голову, «ибо поистине в день воскресения Аллах воскресит его произносящим тальбию». Аллаху Акбар. Его кончина наступила, когда он находился в состоянии ихрама. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что в судный день он восстанет, произнося тальбию. Это настоящая благая кончина для того, кто ее ищет. Смерть настигнет каждого. Все мы умрем. Но в каком положении мы встретим смерть? Каким будет наш конец? Будет ли это праведный, хороший конец? Или же у нас будет скверный, плохой конец? И мы прибегаем к Аллаху от такого конца. Встретимся с вами, иншаллах, на следующей серии. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما